Сегодня 26 декабря. 7 декабря я посажал семена бегоний. В общем, что взошло. Сейчас сначала сходок покажу. Вот одна малюсенькая, малюсенькая. Тут вот три малюсеньких. Тут вот две, три, две. Тут тоже три, тут три. В общем, тут тоже три, где-то должна быть третья. А вот эти все 10 сошли. В общем, вот эта бегония, солнечный свет, из 5 семечек зашла одна. Эта бегония тоже из 5, только одна взошла. Так. Белые, гофрированные, крупные. Из 5 семечек взошло 3 семечки. Вот это розовое кружево тоже 3 семечки взошло из 5. Ампельные из 4 семечек взошло 3 семечки. Так. Вот эти все было 10, 10 и взошло. Вот эти не взошли совсем. Ну, вернее, вот это красное из... Сколько семечек-то было? Из 10 штук взошла одна, но она какая-то была такая замурочная. В общем, она взошла и не раскрылась, и медолечки. И, в общем, она у меня погибла. А вот это желтое, и вот это желтое вообще не взошли. Ни одной... Так, этих желтых было 10. Это, так, это было 5. В общем, этих по 10. Ни одна не взошла. Ну, вот, конечно, вот это вот, которая не махровая. Император, вечно цветущая смесь. Все 10 зашли. И вон там уже сейчас, вот один настоящий листочек растет. В общем, малюсенькие. В общем, теперь их надо как-то... Ну, как вот эти тоже немножечко подрастут. Вон они маленькие еще. Но живые, живые. Вон тоже вот у этого листочек еще один появляется. Я думала, ампельная не взойдет всего одна. Сначала одна взошла, они как неравномерно. Эти-то все сразу зашли равномерненько, а эти как не очень. Ну, смотрю, нет, вон три вылезли. В общем, теперь... Дай бог, чтобы все выжили у меня. Ну, я, конечно, очень рада, что хоть это у меня взошли, хоть так. Может быть, конечно, все у меня и получится. Ну, в общем, пока так. На сегодня так. Так, сначала они у меня под пленочкой стояли. Сейчас вроде как я вот решила пленочку снять. Брызгаю их из пульверизатора. Но надо пореже, наверное, их брызгать, потому что... Дырочек нет в емкости. Я боюсь, что они у меня вымокнут. Ну, в общем, вон. Сейчас вот уже по одному настоящему листику. Ну, какие же они малюшечные. Ну, все, на этом все. В общем, посмотрим, что дальше будет. Всем пока.